цель, которая поставлена – убивать, стрелять. Убитых, значит, в конце дня, там ночью уносят, хоронят. Убитый противник безразлично как-то. Война – это самое страшное дело. Дыгай Василий Филиппович. Место рождения – хутор Решетовский, Куйбышевского района Ростовской области. Военное звание – капитан. Должность – начальник 4-го отделения штаба 110-й гвардейской стрелковой Александрийско-Хинганской ордена Суворова дивизии. В рядах рабоче-крестьянской Красной армии состоит с мая 1941 года. Меня зовут Василий Филиппович Дыгай. Родился в Ростовской области в 1919 году, 20 апреля. Детство было оно очень тяжелым. Родители крестьяне были. Нас было 4 сестры, и я 5-й. И вот нас, этих всех 5-х, воспитала мама. Отец был репрессирован. В 14 лет я уже стал работать. Носил почту с 5 за 5 километров. А потом в 17 лет я уже окончил специально годичные курсы бухгалтеров. И я в 17 лет уже стал работать бухгалтером колхоза. Я уж получал 60 рублей в месяц, это только деньги, и 60 рудней. Тут уж мы же семья зажили. Молодежь готовится занять свое место в рядах Красной армии. В армию вообще призывают с 18 лет, а меня не призывали 4 года. Я работал. Я уже состоял в запасе. Имел я воинское звание, воинскую специальность, но не присваивали офицерское звание. Ну, потому что отец был репрессирован. Призвали, значит, меня в 41-м году, в мае месяце. Уже мы, рядовые и даже младшие офицеры, старшие офицеры, знали уже, что будет война. Батальон наш оказывал помощь в строительстве аэродрома. В это время мы построение были утром. И самолеты немецкие возвращались после бомбежки на небольшой высоте. И они обстреляли нас с пулеметов. Началась война до 2 числа. Внимание! Говорит Москва! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Через полмесяца уже мы отступали на километров на 5, на 6 уже от границы ушли. Войсковая часть какая-то заняла оборону, обороняется. Против превосходящей силы противника, если наступает, не могут дальше идти, но отступают. Немцы подходят, опять дают бой, сколько сил хватает, задерживают противника и опять. Хотя так постепенно, вот 41 год, все мы уже так отступали. Враг наседает, группа немцев прорвалась вперед. Вы знаете, тяжело было. Во-первых, противник был очень сильный, оснащен лучше нас и имел уже опыт ведения боевых действий. Он же 2 года в Европе воевал, сколько стран покорил. Имел опыт, поле было организовано, поэтому мы вынуждены были отступать. Наш этот батальон был такой отдельный саперный батальон. И нас все время предавали какой-то части, заняли нашу часть обороны. Мы перед обороной выставляем мины.
если немцы пошли в наступление, значит, они подрываются на минах. Значит, возможность нашей части еще задержаться больше. А если уже надо отступать, то мины так остаются. Это когда уже мы наступаем, минируем, там уже мы разминируем сначала, а потом уже, чтобы сами не подрываться. Взрывать мосты, машины, танки, разрушать аэродромы, телеграфную и телефонную связь, разрушать планы гитлеровских армий. Солдаты 2 года учат, когда война началась 3 месяца. И пошел. Ускоренная подготовка. Важно все то, что необходимо. То есть знать, как, чтобы не подорваться, знать, где устройство, и знать, как ее поставить и как его снять. Вот это основное. Каждый имел свое задание и каждый имел свою специальность. Были солдаты, которые ставили пехотные мины, были солдаты, которые ставили танковые мины. Командир взвода ставит задачу поставить, сколько где поставить, сколько поставить. Мне идут и ставят. Противотанковые, противопехотные. Противопехотные, то они обычно в земле, вкладываются в землю, закрывают, чтобы не видели. Радиус поражения 10-15 метров. Могут оказать поражение 3-4 человек. Разлетаются осколки, но не все же поражаются на этой территории. И есть специально навесные, подпрыгивающие. Навесные – это когда в лесной местности, там их натягивают проводочек, подвешивают, чтобы она взрывалась на воздухе, не на земле, больше поражала противника. И подпрыгивающие также. Когда на земле она взорвалась, как разлетается? Сколько разлетается вот так? И значит, если только находится рядом, поражается. А те, которые чуть дальше, там не поражают. А тут, когда подскочила, она взорвалась, то есть она поражает на этой высоте больше целей. Много видов их. И в разных видах боя они понимались. Немцев более хитрые бывали. Прежде мины это первые немецкие изобрели, потом и у нас появились. Мины установить это можно за 5 минут, за 3 минуты. Лопатой ковырнул, поставил ее, чтобы иголочка была вверх, и все, и закрыл. Существует порядок. Есть, когда установили минное поле, оно должно наноситься на карту и объявляться всем подразделениям, где находятся мины. Обязательно строгий учет заминированных полей, установленных мин, очень строгий учет. Сапер устанавливает, командиры наносят на карту, и это должны знать команды. Обязательно, чтобы на минное поле попасть. Небывалая в истории человечества война, в которой принимают участие многомиллионные армии, оснащенные техническими средствами борьбы, сопровождается большими потерями. И без конца же идет бой. Начался с утра бой. Он может идти до обеда, до вечера, прекращается бой. И в ночь бой не ведет. Значит, которые погибли, тех уносят. Раненых уносят во время боя медицинские сестры. Поэтому там не лежат этих раненых, убитых. Убитых, значит, в конце дня, там ночью уносят, хоронят. Похоронные команды такие. Это лежать, когда в окружение попадаем, что тут деваться некуда, вот там бывает. Но мы не были так вот. А всегда убирали. Вечная слава героям, павшим на поле боя, в борьбе за свободу и честь нашей Родины. Противотанковая мина устанавливается на танкоопасном направлении.
Выкапывается ямка по величине мины. А мина, она примерно 35-40 сантиметров ширина, длина. И высота где-то сантиметров 10. Он может быть деревянный, будет, может быть, немецкий, немцо-металлический, круглые такие. А у нас все танки, все противотанки были в деревянных коробках. Вот деревянная коробка специально вкладывается туда тол, вставляется запал и закрывается землей, заворачивается, ее не видно. И вот когда наезжает танк под мощью, да, вот давление на взрыватель зонирует, и оттуда подходит взрыв мины. Противопехотная, она полностью сделана, только отдельно взрыватель. Не вставлен взрыватель, отдельно взрыватель хранятся. И когда ставится мина, туда взрыватель туда вставляется и закрывается. Мина взорвет, она только разорвет гусеницу, и все. А там их танки поражают только снарядами, минами. А это только для того, чтобы подорвался и остановился танк. Танк останавливается, а потом это уже уничтожают или артиллерией, или минами. В ожесточенных схватках наши войска измотали, обескровили противника и, отбросив его, сами перешли в наступление. Сознание у каждого воина, солдата, что война неизбежна, гибель, поэтому особого переживаний не было. Вы знаете, говорят, что страшно боится. Конечно, страшно. Конечно, каждый боится, старается защита. Но долг сознания о том, что надо, или неизбежно надо, а потом, когда уже начинается бой, тут уж забываешь, опасно или не опасно, старайся выполнять ту цель, которая поставлена, убивать, стрелять. Убитый противник безразлично как-то были. Сыновья дерутся за оружие, чтобы бить фашистскую гадину. Обеспечение продовольствием, я должен сказать, в 1941 году и дальше было нормальным. Хватало питания, доставляли. Или кухня была, каждая родная кухня снабжала, или же сухой паёк. А потом в большинстве случаев, когда отходили сюда, останавливались в селе. В основном много питались у населения. Тем более я был второй Украинский фронт. Мы наступали в основном по России, Украина. Потом там Румыния, Венгрия, Чехословакия. По границу перешли, питались в основном офицеры у населения. Своя была кухня офицерская, ну, потому что было там, жили неплохо. В начале 42-го года немцы вели большое наступление, старались захватить кавказскую нефть. Они прорвались под Ростовом и шли, наступали, захватывали Кубань. Наши части готовились к отражению нападения. С-под Москвы были переброшены две бригады, 5-я и 7-я гвардейская бригады. Они там формировались, пополнялись. Вот они прибыли сюда для ведения боевых действий. В это время я перешел в 5-ю гвардейскую стрелковую бригаду просфорированного батальона. Здесь мне присвоили уже звание майора офицерского, помощником начальника штаба батальона по разведке. Все данные собраны, нанесены на карты, сообщены частям и подразделениям. Шли
последние приготовления к наступлению. 5-я гвардейская бригада вступила в бой где-то недалеко от Краснодара. Немцы вели мощное наступление, наши части отходили, и наша бригада тоже отходила с боями сюда, вглубь Кубани, в направлении Владикавказа. Мы все время отходили, потому что противник мощные танковые части бросил направление. Отходили. И отходили аж до реки Терек. Была основная задача не пустить дальше. И вот немцы начали наступление. В нашем батальоне, первое отдельное батальон, было 900 человек. Мы были уже со черный бой с немцами. 5 дней немцы наступали. И танки бросали против нас. И на 5-й день только из 900 человек осталось 120 человек. Все остальные погибли и были ранены. И уже здесь уже немцы остановили, и немцы дальше уже не пошли. И после этого мы уже перешли в наступление. Участвовала потом наша бригада в освобождении города Краснодара. Из приказа о награждении. За период боев под совхозом «Табак» Крымского района Краснодарского края в ночь с 7 на 8 апреля 1943 года в момент контратаки противника товарищ Дегай был непосредственно руководителем подразделения по отражению контратаки противника. Противником было уже занято 3 домика, где находились наши подразделения в совхозе «Табак». Умелой расстановкой сил товарищ Дегай не только восстановил прежнее положение, но и продвинул подразделение вперед, улучшив тем самым наши позиции. Достоин представления к правительственной награде медаль за отвагу. Командир 1-го батальона гвардии капитан Навалихин. 10 мая 1943 года. Готовился решительный удар по таманской группировке противника. Артиллерия обрушила мощный огонь на немецкие укрепления, громила остатки отступающих вражеских войск. Когда стали немцев изгонять из Кубани, из Кавказа, они отходили. Там они через Ростов должны отходить. Старались наши сделать им там котел и уничтожить. Но не получилось. Там немцы прошли мимо Ростова и дальше на Украину, отходили туда. А здесь сейчас немцев отходили на Таманский полуостров. То есть они хотели занять этот Таманский полуостров, вот сидеться там в расчете о том, что вернутся они еще на Кавказ. И вот они там делали укрепление на так называемую «голубая линия». Мы там, наверное, месяц воевали, там вели бои, старались прорваться туда уничтожить. Так мы не прорвали эту «голубую линию». Нашу бригаду отвели под Воронеж и переформировали в 110-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Ясско-Кишиневская группировка. Вот была задача разгромить 23 дивизии. Целое лето 44-го года там месяца 3 мы стояли там, когда окружили их и готовились к уничтожению. Ясско-Кишиневская стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го украинских фронтов во взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской военной флотилией проводилась с 20 по 29 августа 1944 года. Блестящий ход операции позволил разгромить Ясско-Кишиневскую группировку немецких войск, завершить освобождение Молдавской ССР, вывести Румынию из войны на стороне Германии, открыть дорогу Красной армии на Балканы. За боевые заслуги 126 соединениям и частям сухопутных войск и флота, участвовавшим в Ясско-Кишиневской операции, были присвоены почетные наименования кишиневских, ясских, факшанских, рымницких и константских. Мы
брали пленного, но ничего не могли узнать от него. Проникнуть в саму туда, когда к немцам, невозможно, потому что накрепили кругом все это. И решили мы взять немца прямо днем. Они обычно дисциплину завтракали одно время, обедали. Вот когда уходят завтракать, мы решили в это время взять немца. Как раз будет солнышко утром, кое глаза тяжело. Наша группа забросали гранаты, все схватили немца. И уже немцы когда уже наши дотащили немца к своим окопам. Потом взяли немца, который хорошо знал обстановку, мог данные сведения для командования дать. Захваченный нашими бойцами немецкий разведчик на допросе рассказал о расположении вражеских войск. Там вошло наступление наше, эту группировку разгромили. И наша дивизия получила задание наступать дальше. Мы пошли на территорию Румынии. 31 августа войска 2-го Украинского фронта, разгромив немцев на подступах к румынской столице, вступили в Бухарест. Город Бухарест мы освободили. Очень большой город, хороший. И мы зашли, как раз зашли в ресторан. Нас угощали там. Ну что, что особо, на мой столик офицеры штаба дивизии заняли, человек, наверное, 5 или 6. Нам дали цуйка, у них водка, виноградная цуйка. За самую зутку такие рюмочки дали. Мы стаканы попросили и по стакану выпили, закусили. Они когда увидели, мы выпили по стакану цуйки, встали и все посмотрели на нас. Мы выпили и пошли. Дальше мы перешли границу в Венгрии. А в Венгрии там венгерская армия, она же была тоже у немцев, на стороне немцев. Эти сражались за немцев здорово, они воевали неплохо. Там были бои. Весь мир следил в эти дни за грандиозными операциями Красной Армии. Дни решающих боев. Подошли до самой Праги, города Праги, с боями. Там уже в это время объявили, война кончилась. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Война кончилась где-то 8 мая. Мы до 15 или 16 мая воевали, потому что группировка немцев старалась отойти, сохранить свои войска в Альпы. Они вели бои, вот мы вели бои с ними. Как раз в Праге в это время восстание чехов, они хотели там уничтожить оставшихся немцев. И боясь, что они, немцы, разорят эту всю Прагу, поэтому старались оказать помощь. И мы отсюда наступали, оттуда, когда не дали возможность этой группировке уйти. Поэтому воевали еще до 15-го. Война – это самое страшное дело, очень страшное. Вообще, во-первых, это не очень большие трудности, во-вторых, это очень жертвы большие, переживания большие народные, и моральные, и материальные, и психические, и жизни. Это большое страшное дело.